Привет всем, меня зовут Маленькая Вера. Время мчится, нам не догнать, и бежит, как по венам кровь. Сама идея клипа – это у нас показать, как меняется время, как меняется расположение людей друг к другу и вкусы. В общем, все меняется вокруг нас, и я уверена, что мы смогли показать максимально эту проблему. Единственное, что не меняется – это наши чувства и наша музыка, которая в нашем сердце. Хотелось бы сказать, что сам проект «Маленькая Вера» был создан около года назад. За это время мы сделали достаточно много. Сейчас идут съемки второго клипа, запись дебютного альбома, на котором будет собрание не только моих песен, но также фичерингов с разными нашими украинскими исполнителями. Я думаю, вам все понравится. Время мчится, нам не догнать, и бежит, как по венам кровь. Остается лишь вспоминать, время лечит, но не любовь. Между прочим, проект «Маленькая Вера» — это непосредственно представление не каких-то, как нынче у нас повелось, внешних данных, там, перчения попами, сисями и тем всем подобным. Я олицетворяю музыку. Да, я хочу вернуть то время, когда люди слушали, а не просто смотрели и не слушали. Нет смысла петь про салоны и тряпки, многому не надо, что вестись на шоколадки, на свири конфетки, цветы, этикетки, у самого поют романсы, твои финансы. На Майдане мы выступали с группой, с моими коллегами «Другой мир», спускались со сцены, к нам подбегают такая маленькая-маленькая девочка лет 5, она, наверное, она точно нас никогда не видела, это 100%, но просто увидела, что это люди, которые спускаются со сцены, наверное, неизвестны, надо бы взять у них автограф. Вот, это был мой первый и последний автограф в моей жизни. Девочка, да, она даже попросила с ней сфотографироваться, я ей поставила рожки, она засмущалась и убежала. Вот. В общем, я еще и запортачила свой первый автограф, свою первую фотографию с поклонником. Пронесем сквозь года и дни, в каждом слове звуки ты, в каждой букве стихов и песен. Модные очки от Луи Вуитон, в кошельке лежит на метро жетон. Ну, в общем, да, мы опять смеемся над тем, кто корчит из себя непонятно что, а на самом деле такие же простые люди, как и мы. Вот, ребята, будьте проще, и мир к вам потянется. Всем спасибо, с вами была Маленькая Вера, специально для сайта Nokia Translab.com.ua.